1945 год. Советский Союз продолжает наращивать политическое влияние и военную мощь. Советский Союз остается сверхдержавой, влияющей на мировую обстановку. Но только Соединенные Штаты обладали атомным оружием. Кто заявил, что мы должны развивать ядерную технологию? Флаги свободы поднимаются по всему миру. Превосходство Америки обещало быть недолгим, поскольку у Сталина уже был в работе ответный план. Во время поисков урана на маленьком острове у юго-восточного побережья СССР советские инженеры открыли Е-99 — беспрецедентно мощный источник энергии. Разглядев в этом ключ к мировому господству, Сталин бросил все силы на изучение возможностей нового вещества. Задачу поручили Виктору Борисову, создавшему на острове научный центр «Каторга-12». За выдающиеся научные достижения он получил орден Ленина. Никита Хрущев, сменивший Сталина, потребовал ускорить программу и вынудил Борисова приступить к испытаниям. Е-99 оказался мощным, но чрезвычайно нестабильным источником энергии. В катастрофе не выжил никто. Москва похоронила «Каторгу-12» и все, что с ней связано. . 2010 год. Американский спутник-шпион зафиксировал выброс радиации в этом районе. Опасаясь повторения Чернобыльской катастрофы и встревоженный молчанием Москвы, Пентагон отправляет разведгруппу в зону Каторги-12. Капитан, доложите обстановку. Я был в отключке, вертушка сбита. Нас разбросало, пока не знаю, скольких мы потеряли. Прием! Судя по спутнику, вы в 30 километрах к югу от радиовышки. Капитан, ведите отряд туда, мы вас вытащим. Так точно, сэр. Группа «Спарта», если слышите, переключите рации на частоту 3. Встречаемся в точке сбора.
99 ценный минерал, чьи залежи обнаружены только на территории Каторги-12 в шахте глубиной более километра. Приток новых ученых и инженеров в Каторгу-12 прекратился. Говорят, доктора Барисова скоро назначат руководителем Каторги-12. Но вряд ли Кремль настолько верит в его успех. Если бы доктор Демичев не погиб при пожаре... Чудом уцелели и слышите меня? Встречаемся у радиовышки, которую вы видели на подлете. Оттуда нас эвакуируют. Шевелитесь, вперед! На помощь! Скорее! Господи, вытащите меня отсюда! Ученые исследовательского центра изучают различные способы применения Е-99. В их числе разработка новых видов оружия, восстановление почвы, медицина, а также изучение времени. С тех пор, как доктор Демичев отбыл в Москву, приток новых ученых и техников на Каторгу-12 увеличился на порядок. Видимо, его демонстрация нашей работы оказалась успешной.
Мы строим новые лаборатории, а наше финансирование постоянно увеличивается. Только подумать. А ведь всего месяц назад доктор Демичев чуть не погиб при пожаре. Тот, кто спас его, спас и всех нас. Не знаю, сколько времени у меня есть, поэтому буду краток. 2 часа назад сингулярность взорвалась, погибли сотни людей. Радиация усиливается и вызывает... Она превращает людей в жутких тварей, которые питаются человеческой плотью. Надо уходить, пока они не нашли меня. Титан-1, прием! Вашу мать, ответьте кто-нибудь! Ответьте и скажите, что у нас все тут малость не в норме, потому что я сейчас точно рехнусь! Похоже, у меня крыша едет. Я уверен, вашу мать! Так, ладно, без паники. Следовать приказу, продолжать движение к радиовышке. Титан-1, если вы меня слышите, я нахожусь в здании, похожем на школу, и тут кто-то... Ух, твою мать!
товарища Барсукова закричала и выбежала из класса. Она бросила нас здесь, одних. Я прячусь в туалете. Слышны вокруг одни крики людей. Я не знаю, что делать. Помогите! Доктор Демичев сказал, что прибор, который устанавливают в школе, безопасен. Но я все равно переживаю. Мой друг, который занимается испытаниями на животных, сказал, что Е-99 вызывает мутации клеток. Как они смеют ставить опыты на детях? Сидеть за столом с друзьями. Нас рассаживают по отдельным столам и заставляют есть то, что дают на тарелке. И меняться нельзя. Хотя я есть все равно не хочу. У меня живот сильно болит уже несколько дней.